Сказали, что это была группа «Манго». Тоже хорошо. Что, все, кончился концерт? Наверное, все. Ну ладно. В общем, тут был концерт. Группа «Манго» настоящая. Попили. В общем, ребята собираются. Молодцы, хорошо спели. Надо посмотреть группу «Манго» в интернете, что за «Манго». Ребенок какой-то. В общем, попили, ребята, концерт кончился, пойду на точку. Что? Выйдешь так прогуляться, а тут, правду говорю, а тут концерт неожиданно. Я вкусняшек наелась, у меня аллергия. Сниму близко сцену, ах, красота. Гитары, красиво. Люди молодцы, поют, играют. Ступаю. Аля, надо петь. Надо петь. Особенно пока молодой, надо успевать попеть. Потому что потом не захочется. Уже не так сильно хочется петь. А выступать вообще. Петь еще хочется. Вот выступать. Вот так вот мне хотелось выступать раньше. Просто играть хочется иногда. Красиво тут у нас в Меге, товарищи. Приходите к нам в гости, тут у нас симпатичный. Да, выходишь так неожиданно, тут концерт, так просто, ребята играют. Классно. Пошла прогуляться, тут группа какая-то поет, приятно, да? Девочки, приятно. Охранники, дяденьки, знакомые гуляют, да. Есть где прогуляться, у меня всякие вкусняшки. Да. Знаете, оптимистично к пельменях. И вот на этих булочках мы закончим. Вот полюбовались на булочке, полюбовались, красиво, красиво, вкусно. Как всегда вот это вот. Ладно, на этой оптимистичной ноте, или вот на этой оптимистичной ноте.